Приветствую всех рыбаков и водомоторников. Сегодня в Кировской области. С вами Василий, компания Big Boat. И сегодня лодочка у нас Юнг 310. Смотрите, в каком нарядном цвете мы изготовили ее у вас. Красно-серенький. Самый оптимальный цвет сейчас. Приятно глазам. Первое впечатление. Просторная лодка. Длина ее 3,10, ширина ее 165. Данная лодка у нас с дном низкого давления. Мы используем высококачественные материалы. Ниточки здесь используются полиарт прошитые, как раз перегородочки в днище, для того, чтобы можно было эксплуатировать с удовольствием, то есть ходить по ней. Как я ранее вам показывал видео, как я на ней стоял, качал лодочку, ее устойчивость. То есть вы сами все видели, что данная модель у нас с плоскодонным дном. Когда лодка на воде, она сразу лежит и на днище, и на баллонах. То есть это вам дает гарантию, что вы не опрокинетесь и не упадете в воду. То есть лодка себя ведет стабильно, держит площадь. Чувствуется уверенность в ней. Я сейчас положил весла, хочу повернуться и описывать данную модель. Как вы видите, логотипчик у нас очень гармонирует. Черный цвет на красном, Юнг 310. Подбираем для того, чтобы приятно было глазу. Не только по своим свойствам данная лодка, но и, конечно же, внешний вид. Как вы видите, лодочка у нас сделана из двух цветов. Лодочка сварная, как обычно. Сварной шов, который вы видите внизу, всегда у нас защищен лентой 60 мм. Опять же, подстраховывает наш сварной шов. Также на прорезиненной ленточке у нас стоят на сварных швах. В этой модели еще есть ее предшественники ЮНГ-260, ЮНГ-280. Ранее некоторые эти модели я описывал вам. Сегодня я эксплуатирую эту лодочку с лавочками метровыми. Толщиной 27. Рыбаки или обладатели данной модели могут сами подобрать, позвонить к нам и попросить определенную толщину. В этой модели мы используем весла 2 метра, можно использовать 1,6, но я выбрал 2 метра. Мне удобнее, я высокий человек, мне удобно грести. Лавочки у нас идут от днища примерно 33-35 высотой, то есть очень удобно, можно выбрать себе место для нормальной гребли на этой лодке. Ширина кокпита где-то 65 сантиметров, если это 3,10 примерно по 40, где-то 2,60-2,50 длиной. Это внутренний кокпит, здесь можно посадить около 4 человек, то есть носовую часть можно вообще по двое сесть детей. Если вы любите рыбачить один, то снастей вам тут можно закрутить очень много. Что здесь на этой лодочке можно добавить? Как и всегда говорю, на грибные лодки они у нас близки к крафтам. Эта лодка уже 3,10, ее можно эксплуатировать на горных реках. Опять же, рекомендую ставить навесной мотор, потому что по течению вы сплавились, а обратно в верховье реки вам все равно потребуется больше сил, что я рекомендую. Жалейте себя, покупайте навесной транец, мы вам его установим, и, конечно же, моторы. Моторы, опять же, берем с длинной ногой, либо это триммер, либо это электромотор со штангой, который можно регулировать, либо мотор бензиновый, желательно элька-нога, это 508. На этой лодке присутствуют леерные тросы для подтаскивания из воды, либо еще из воды залазить удобнее, если вы купаетесь. Защелочки весел подбираем специально под цвет лодочки, серо-красный, фурнитура вся у нас серая, делаем гармоничную лодку. Подстраховали ликпас, ликтрос замочками вот этими круглыми, они обезопасят вас, чтобы данные ликпасы не отпадывали при длительной эксплуатации. Лодка была сделана, выверена нашей командой, вложена в это создание душу нашей компании. Ребята все стараются порадовать вас. Компания у нас старается сделать самую качественную модель, которая может служить вам долго и приносить удовольствие. Сейчас я еще погребу на веслах немножко, вы посмотрите, как она идет в одного. Можно потом в последующем вам, когда вы приобретете данную лодку, проэкспериментировать с пассажирами и мне напишите отзывы. Когда войдете к нам в группу ВКонтакте или позвоните, всегда будем рады услышать обратную связь. Друзья, вот смотрите, я иду на веслах в одного, никакой нагрузки практически не чувствую, она скользит как по маслу, удовольствие одно. Давайте подведем итог. Данная модель у нас эксплуатируется на воде для 3-4 человек. Максимально можно посадить и 5-го, потому что грузоподъемность этой лодки 500 килограмм. Она выдержит и больше, потому что мы всегда страхуемся. В свою очередь, хочу пожелать вам: берегите себя, свои семьи, любите жен своих. А я сейчас поеду попью чая с мятного, с медом и пойду в баньку схожу. До новых встреч!